Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем замечательный комплекс для самих массажистов. Потому что, как известно, массажисты на самом деле тоже страдают от своего собственного труда. Они тоже болеют так же, как и свои собственные пациенты. Но все поправимо. Можно все восстановить, если грамотно использовать вот этот самый рабочий инструмент в качестве тренажера для самого себя. Давайте попробуем некоторые упражнения. Ну, во-первых, вот так покажу. Не видно, по-моему, да? Ну, а в этом поможет Анастасия. Анастасия, садись мне на плечи. Чего? На плечи залазь. Не надо, я шучу. Так, вот так положим ногу. Он просто низкий для меня стол. Давай сделаем прямой угол относительно своего корпуса. Чуть еще оттак. Вот так, да. Корпусом чуть туда, перпендикулярно к своей ноге. И к ней начинаем гнуться. Потихонечку гнемся, кладем на нее локти. Ниже локти, да. Еще дальше гнемся. Ниже, ниже, ниже. Ощущаем, как у нас эта мышца сзади работает. Так, я просто это. Теперь давай вот эту сторону поворот сделаем. Получается? А сейчас же ты ляжешь, будет видно. Ой, села, не сесть, а лечь. Лечь? Боком, да. Бедром, как талия сюда вот. Где-то прям прокидывайся. Тихо. Надо чуть-чуть сюда. Так. А руки вытягиваешь. Руки держишь? Да. Так, ногу, знаешь, как попробуй вот эту ногу в колени согнуть и положить на вторую. На... Вот это да. Вот такие вот упражнения.